вечер, друзья. Вот кормить буду. Погода отвратительная. Льет. Вот, вроде сейчас не идет, но мелко моросит, сырость. И вот, друзья, спрашивали, как я делаю соду. Хотя я показывал, друзья, вот каждый день я ее делаю. Вот 200-граммовый стакан без горки, чайную ложку соды. Кипятком заливаю, она горячая. Прям кипяток. И вот 3-литровый баллон, друзья. Конечно, я показывал это. Ну, пишут в комментариях. Ну, думаю, кормлю. И вот заливаю. Заливаю вот. И по ходу дела сюда соду. И вот дополнилось. Вот такой цвет. И ну и сейчас и вторую, это на одну сторону у меня и на вторую. Сейчас сделаю. Ну и вот, залил. И вот такой капроновой крышкой. И помешать хорошо. Сейчас помешаю. Ну и вот, друзья, сделал. И на ночь. И утром заливаю. И заливаю вот так половину. Да ну не заливаю. Отстаивается, она более прозрачная становится. И вы не представляете, с утра сколько здесь грязи. Грязи сколько собирается. Вот вроде водопроводная вода у нас тут считается более-менее чистая, но в трубах, не в трубах, там собирается по-любому грязь. Ну и вот, конечно, не обессудьте, я уже показывал, скажет, повторяется. Ну и вот сегодня я им даю мед, вот теплая вода, помешал мед и чуть-чуть совсем. Это очень хорошая энергия, друзья, особенно кормящим. И залили. Сейчас помешаю. Ну и вот помешал. Вот что она у нас получилось. Ну я хотя это показывал, друзья. Не подумайте, повторяюсь. Просто вот и спрашивали. Ну думаю, походу даю. Делаю. И вот посмотрите, какая сырость у меня тут с краю. Вот шиференьки поставил. Дожди идут. Заливала, и вот шифер пришлось поставить. Сырость конкретная, друзья. Ну, когда сырость, надо почаще убирать, потому что помет влажный становится. Что, с ума сходят, что ли? Вот они. Сейчас эти насыплю. Ждут. Опа! Вот сырость. И вот тоже окно открыто полностью. Что? О, тоже красавица. Мама моего долголета. Вот я его покажу попозже. Пока на паузу насыплю. Ну вот, друзья, ждут. Вот, насыпал. Липкая прямо. Ну давай. Вот, смотрите, как вот летают. Летают прям. Вот хочу еще показать птенца, какого красавца. Вот смотрите, голоногие, выкинули какого. Тьфу на тебя. Смотрите, какой. Какой, а? Красавец. Выкинули. Куда пошел? Еще не вылетал. Вот шейка такой сизохвостый 12-перый. Вот такой красавец. Давай, иди на место. Иди. И вот родители еще снесли яйца, сидят, этого кормят. Ладно, те с ума сходят. Пойду этим насыплю. Вон, посмотрите на них, тут кушают, говорит, хозяин. Хозяин не любит нас, всем дает, а этим нет. И вот, друзья, не знаю, поверите вы или не поверите, вот этот голубь, друзья, 9,5 часов показал, вот он. Не знаю, осудите, не осудите, я его порезал. Я порезал. 3 дня подряд я его гонял, друзья. Первый день он показал 4 с мелочью. Второй день показал 6.
почти 6, ну что-то в этом районе, почти 6. И третий день подряд, каждый день гонял. 9,5 часов показал. И вот еще, это я одна гнездка. Это показала последний раз 4 часа. Вот она, красавица. И длинноногий красавец, вот он. Вот этот последний раз показал 5,5 часов. Я просто с ума схожу по ним, друзья. Неудержимые прямо. Выпускаешь, сходу уходят, сходу уходят. Это вот от этих самцов, которых я приобрел. Сходу уходят. А это молодежь, друзья. Этих надо чуть-чуть разогнать, разогнать. Даже вот не хочется молодежью заниматься, друзья. Хочется этих гонять и гонять. Не подумайте, не преувеличивай, но поверьте, друзья. Во, это просто кайф. Кайф. Вот он. Вот среди этих тут есть с других линий. Найду самку хорошую, достойную. Обгоняю. Вот он вот. Обгоняю и спорую. Спорую. Вот он, красавчик. Я сам в шоке, друзья. У меня никогда 9,5 часов. Никогда такого. Я его на руки поднял. На третий день вечером он легкий-легкий стал. Знаете, вообще веса не было. Вообще веса не было. Но это, конечно, неправильно каждый день напрягать так. Ну, просто азарт. Пока сокола нет, увидите, что у нас здесь творится. Ну, хотя вот появлялся, ну, ту-ту-ту, пока все нормально. Посмотрим дальше. А теперь дожди вот. Вот, смотрите, опять полило. Льет и льет. Ладно, давайте и вам. Красавцы. Аж и кормить за вами вообще в 10 раз, когда такие результаты, друзья. Ухаживать вообще хочется. Давай. Достойно. Смотрите. Вот смотрите, как уплетают с медом. Вон эти. И, друзья, вот, не знаю, повторюсь, может, кто-нибудь осудит. Ну, поверьте, один день подыму, вот этим крылья оставил, но надо кого-то гонять. Вот еще вот эту молодежь разогнать. Подымется и не спустится, друзья. Подымется и не спустится. И не прилетит. Вон он. Вот он. Молодец вообще. Молодец. Ладно, друзья. Всех благ вам. Всего вам хорошего. Удачи.